Сегодня в Сирийской Арабской Республике состоялся официальный прием в Народном Совете САР делегации от Республики Южная Осетия. Делегатов встречал лично председатель Народного Совета Сирии, Хамут Аббас. В составе югоосетинской делегации председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Таттаев, также заместитель председателя Владимир Келихсаев, руководитель администрации президента Республики Южная Осетия Игорь Казаев, государственный советник президента Республики Южная Осетия Урузмак Джагаев, начальник протокола администрации президента Южной Осетии Тадия Скочиев и начальник отдела переводов Министерства иностранных дел Республики Сергей Таттаев. Руководитель делегации Алан Таттаев поблагодарил председателя Народного собрания Хамуда Аббаса за приглашение на это важное мероприятие, а также за теплый прием, пожелав добра и мира всему сирийскому народу. В плане и экономическом, и в плане социальном Сирия развивается, и нам очень отрадно отметить. Мы уверены, что у Сирийской Республики, народа Сирии, большое будущее, светлое будущее. И Сирия, как в былые времена, величие Сирийской Республики, займет свое место в рамках этого государства, которое сегодня обрели все то, чем успеется Сирия сегодня. ستعود كما كانت سوريا العظيمة وهي الجمهورية المحفوظة ومتأكدين أنها سوف تصطف مع تلك. Хамут Аббас в свою очередь выразил благодарность за то, что Республика Южная Осетия прислала своих представителей для участия в качестве наблюдателей на выборах президента, отметив, что благодаря работе, которую проделают делегаты из Южной Осетии, они смогут передать реальную картину демократических процессов в Сирии. В заявлении для сирийских СМИ Таттаев пояснил, что его делегация прибыла в Дамаск в ответ на приглашение Народного собрания, чтобы поддержать честность и открытость президентских выборов и следить за ходом их выборов, отметив, что народ Сирии имеет возможность решать свое будущее самостоятельно, выбрав достойного лидера. Он также подтвердил полную поддержку Сирийской Арабской Республики, отметив, что дружба и сотрудничество между двумя странами крепнет с каждым днем, которое основано на взаимопонимании.